ранняя нагрузка при имплантации является достаточно понятной ситуацией клинической, но в то же время имеет очень много нюансов, начиная от инфицирования лунок и заканчивая плотностью костных тканей. Курсанты, как мы называем наших докторов, наших коллег, они получат в первую очередь те понимания основ первичных нагрузок при одномоментной имплантации, правильности положения имплантата при одномоментной имплантации и каким образом необходимо нагружать, в каких объемах, имеется в виду от количества потерянных зубов.